Magma Films и Southern Star Entertainment представляют «Таинственный портал». Автор идеи Джон Рапсей. В ролях Линн Стайлз и Закари Гарретт. Оператор Ким Баттерхам. Композитор Брэдди Нил. Продюсеры Сьюзи Кэмпбелл, Джерри МакКолган, Герман Флорин, Ноэль Прайс. «Рожденный тихим». Автор сценария Ванесса Ярдли. Режиссер Деклан Имис. Молодец! У тебя все получается! Сбрось скорость! Отлично! Сделай еще кружок! Не гони! Тормоза не очень надежные! Держись прямо! Объезжай угол! Вот так! Ногу на землю! Ногу на землю! Ты едешь слишком быстро! Следи за тормозами! Осторожней с тормозами! Еще один кружок, не упади, смотри, не разбей мотоцикл. Молодец, осторожно, угол. В мотоциклах есть что-то особенное. Даже лузер Брэд выглядит на нем круто. Брэд идиот. Он не выглядел бы круто, даже если бы был отлит из бронзы. Перестань, Мартин. Согласись, это клевый мотоцикл. Самая настоящая рухлядь. Мне отец купит. Харли. Тебе? Харли? Что? Может, сначала получишься на таких? Не веришь, что я могу гонять на мотоцикле? А у Харли Дэвидсонов есть учебные колеса? Шеймус, вообще-то здесь занимаются. Простите, мисс Мерфи. У него нет глушителя, мисс Мерфи. Сегодня у меня выходной. Поеду, поищу. Спасибо, Шеймус. Да, и колпачок для бака. Если повезет. Пошли, поставим его в сарай. Жив, сынок? Да, спасибо. Не поможете его вытащить? А давно у тебя права? У меня? У меня их нет. Это не я на нем ехал. Это не я, честное слово. Я отстраняю тебя от работы. Но... Мне жаль, Брэд. Но пока все не прояснится, я не пущу тебя на территорию. Я не брал его, клянусь, я работал, когда его украли. Этот юноша здесь работает? Да, он помогает нашему смотрителю. И он из Австралии? Да.
Приехал на практику. Тогда позволь взглянуть на твой паспорт. У меня его с собой нет. Мне надо сходить за ним домой. Хорошо, я тебя подвезу. Нет, нет, не надо. Я живу за этим полем. И быстрее дойду пешком. И я должен тебе верить? Ему можно верить, офицер. Отлично. Если мисс Мерфи за тебя ручается, тогда иди. Иди за своим паспортом и принеси его в участок. Да, сэр. Зачем здесь полиция? Кто-то украл мотоцикл и разбил его. А думают на меня. А это не ты? Конечно, нет. Нет. Это ужасно. Если тебе потребуется адвокат, у отца их несколько, только дай знать. Полиции нужен мой паспорт. Я схожу за ним. Я с тобой. Что все это значит? Ты о чем? Ты же не любишь Бретта. Даже лузерам надо иногда помогать. Потрясающе. Так, когда мы идем в кино? Я не могу. Извини. Ты меня отшиваешь? Нет, просто изменились планы. На следующей неделе за мой счет. Извини. Я не могу показать им паспорт. У меня его нет. А нельзя его получить? Это слишком долго. И потом они захотят узнать, как я попал в страну, и даже если мне удастся это объяснить, я не смогу доказать, что я не ехал на мотоцикле. И что ты собираешься делать? Выход только один. Какой? Придется остаться в Австралии. Навсегда? А какие есть варианты? Если я здесь появлюсь, меня тут же арестуют. Полиция про тебя забудет. Надо только переждать. Да. Но как быть с мисс Мерфи? Послушай, наверняка что-то можно сделать. Иначе где справедливость? Ты же этого не делал. Я не вижу вариантов. Но ты можешь приходить ко мне в Австралию. Я буду скучать по Ирландии. Даже по школе О'Кифа. Увидимся в Перте. Брэд! Брэд, выходи! Наконец-то! Что ты там делал? Отцу нужна помощь. Мэрия не разрешит выбросить всю часть, нужно отнести обратно. Ни за что! Выхода нет, ребята, извините. Давай перебросим это в чужую кучу. Так нельзя. Почему? Все равно все окажется на свалке. У вас отличные вещи. Не понял. Старый телевизор. Из него получится аквариум. Ясно. Мы и не думали. Предлагаю 10 баксов. По рукам. Он не твой, а ты его продал. Его выбросили. Если он на улице, значит он ничей. Но ты взял за него деньги. То, что хлам для одного, для другого сокровище. Только посмотри, это же золотая жила. Они их выбрасывают, а я делаю состояние. Помоги мне. Ни за что. Ладно, предлагаю тебе партнерство. 10% идет. Уайн, я не буду участвовать в твоих махинациях. Пожалеешь. О чем пожалеешь? Мэри, моя маленькая сестричка.
Я не верю, что Брэд виноват. Надо что-то предпринять. Например? Например. Найти того, кто украл мотоцикл. Что с тобой? Мы с Мартином собирались в кино. И он сказал, что не может. Мартин отказался. И я не верю. Знаешь, он все утро какой-то странный. Даже предложил Брэду помощь. Предложил Брэду помощь? Да. И это после того, как утром обозвал его идиотом. Может, заговорила совесть? Сомневаюсь, что она вообще у него есть. Может, с ним поговорить? Вы что? Что вы себе позволяете? А ты? Ничего не хочешь нам рассказать? Ты это о чем? Чувство вины тебя не мучает, Мартин? Какой вины? О чем ты? О мотоцикле Шеймуса. Мы знаем, что ты его брал. Вы спятили? Если признаешься сейчас, мы скажем мисс Мерфи, что ты сожалеешь. Мне жаль, но я не могу признаться в том, чего не делал. Он этого не делал. А если мы тебя заставим? Как ты меня заставишь, очкарик? Уморишь скукой? И в будущем советую быть поосторожней. А не то, адвокаты моего отца предъявят вам иск за клевету. Он виновен, и я в этом уверен. Возможно, но у нас нет доказательств, верно? Кормак в роли плохого копа? Не помогло. Правда? Мы осмотрим то место. Может, там есть какие-то улики против Мартина? Думаете, это он? Не знаю. Но уверена, что ему что-то известно. Слишком странно он себя ведет. Подлый обманщик. Я до него доберусь. Не сможешь. Он в безопасности в Ирландии, а ты здесь. Верно. Брэд! Что? Уай, ну и мне нужна твоя видеокамера. Зачем? Надо, и все. Она у меня под кроватью. Я сейчас. Может, мне вернуться и вам помочь? Нет. Мы с Кормаком справимся. Поверь. Хотите диджериду за свою цифровую камеру? Она у нас есть! Почему ты работаешь на Вайна? Он мне платит, а мне было скучно. Ты упустил свой шанс, лузер. В странном и удивительном мире дикого Вайна есть все. Зайдите на наш сайт www.com.au. Но зачем слушать меня? Послушайте одного из моих покупателей. Мне нужна была редкая спатула для моей коллекции кухонной утвари со всего света. И благодаря дикому Вайну она у меня. Запомните, у дикого Уайна есть все, и мы хотим дать вам это. Что скажешь? Ничего не получится. Компания «Удивительный мир дикого Уайна»? Да, у нас это есть. Если хочешь, осталась вакансия завсклада. А какие улики ты ищешь? Если бы знал, мы бы не искали. Думаю, это дохлый номер. Возможно. Возможно. Так. Что я говорил? Следы. Здесь миллион следов. Да. Но только эти ведут в кусты. Смотри, здесь логотип «Сделано в Австралии». Это Брэда. Да, Гарри, привет. Что? Да, хорошо, хорошо. Мир дикого Уайна, пожалуйста, подождите. Нет, нет, только все, да, все. Да. Мама упадет в обморок, когда это увидит. Ты у нее спросил? Да, Гарри, договорились. Так и сделаем. Когда ты их привезешь? Это стоит $10. И скажите свое имя. Гарри, дружище! Ты просто молодчина. Подожди.
Почему я не могу взять крышку? 10 баксов, и она твоя. У меня нет 10 баксов. Тогда нет и крышки. Извини, Гарри. Что это такое? Это же мой костюм для сафари. Ну, я пошел. Гарри, чао. Привет, Джеки. Привет, пап. Это выглядит странно. Странно? Кажется, что здесь взорвались мусоровозы. Да, и обезьяны растащили обломки. Это мой новый бизнес. Я же вам говорил. Ничего подобного. Но я просил Мередит отправить вам служебную записку. Извините, сколько это стоит? Это не продается. Джеки, через пару дней этого уже не будет. Нет, этого не будет гораздо раньше. Уайн, что это значит? Это мой новый бизнес. Брэд, дружище, как насчет того, чтобы твой подвал стал складом? Не понял. Надо где-то хранить товар. Ни за что. Может, передумаешь? Мартин, что ты делаешь? Вот, затеял стирку. Ты отменил свидание со мной ради какой-то стирки? Столько грязных вещей. Честно. Но ты никогда сам не стираешь. Мама снова поменяла служанок. И новая совсем ничего не умеет делать. Как ты умудрился так испачкать свои брюки? Я же сказал, она ничего не умеет. С тобой все в порядке? В смысле? В последнее время ты ведешь себя несколько странно. У меня все отлично. Лучше и быть не может. Ну ладно. Наслаждайся своей стиркой. Брэд? Я здесь. Что это значит? Что это? Хлам Уайна. Скажи, вы накопали что-нибудь на Мартина? Никаких улик. По крайней мере, пока. Неужели это сойдет ему с рук? Не сойдет. Мы что-нибудь придумаем. Что? Это несправедливо. Меня выпер из Ирландии богатенький сынок, которому захотелось покататься. Я пойду. Увидимся, ладно? Пока. Я не сдамся без борьбы. А если тебя увидят? Постараюсь, чтобы не увидели. Никак не успокоитесь? А сейчас с чем пришли? Со мной. Брэд? Что ты здесь делаешь? Пришел повидать тебя. Если тебя копы засекут, у тебя будут большие проблемы. Да, и это странно, ведь им нужен ты. Брэд считает, что ты украл мотоцикл. Но я не уверена. Нет-нет, я уверен, что это он его украл. И ему пора научиться отвечать за свои поступки. Не смей меня бить! Не будь слишком груб, Брэд. Он слизняк и ничего не может с собой поделать. Что ты сказала? Да. Ты мог кататься только на трехколесном велосипеде. Неправда! А ты права. Не думаю, чтобы такой слизняк сел на мотоцикл. Управление не для твоих куриных мозгов. Я знаю, чего вы добиваетесь. Ничего ты не знаешь. Вы хотите меня разозлить, чтобы я сказал какую-то глупость? Выдрал себя. Но этот номер не пройдет. Зачем нам это делать? Мы и так можем доказать, что ты украл мотоцикл. Да? Как? Скажем, что нашли это в твоей комнате. Это ничего не доказывает. Она с того мотоцикла. Неправда. Там не было крышки. А ты откуда это знаешь? Значит, все-таки ты его украл. Допустим, я его украл, и что? Вам никто не поверит. Поверят мне. Поверят мне.
Цифровые рекордеры — это супер. Запись такая, что слышно каждое слово. Вы... подлецы. Уайн? Да, я возьму 4. Уайн. Меня зовут. Я пошел. Джеки, что для тебя сделать? Я сказала выбросить хлам, а не переносить его в дом. Это не хлам. Это мой счастливый билет. Дневники для руководителей. Мне все равно. Убери все. Знаю, это создает некоторые неудобства, но вот подарок от Дикого Уайна. Оцени качество. Обложка, настоящая искусственная кожа, золотые буквы. Посмотри. Он прошлого года. Поэтому я и купил их дешево. Но год можно изменить. Очень просто. Я заработаю состояние. Но числа и дни недели тоже не те. Их ты тоже изменишь? Выброси все, пока сбор мусора не закончился. Джеки! Уайн, я хочу получить деньги. Ты шутишь? Я банкрот. Правда? А это что? Эй, отдай! Обратись в мой профсоюз. Имеешь в виду Федерацию младших сестер воровок? Ты паразит! Вам никто не поверит. Поверит мне. Ты меня разочаровал, Мартин. Ты понимаешь, мне придется сообщить твоему отцу. Что? Нет. Лучше отправьте меня в тюрьму. Брэд, прости, что я тебе не поверила. Я позвоню в полицию и все расскажу. Спасибо, мисс Мерфи. Я тоже могу идти. Ты пойдешь и извинишься перед Шеймусом. Но сперва извинись перед Брэдом. Перед обоими? И немедленно. Смотрите, блестит. Оглушитель купил? Не нашел подходящего, но смотрите, что мне принес гном. Мартин. Извините. Что он сказал? Простите меня. Что? Я тебя не слышу. Простите! Видишь, не так уж это и сложно. На русский язык фильм озвучен по заказу СТС в 2007 году.